let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть State of Decay. Мы находимся около своей церкви, убежища, и сейчас я хочу в начале серии маленько разобраться с тем, как обустраивать эти дома. Насколько я понимаю, этого сделать мы пока не можем, просто потому что у нас не хватает припасов. Допустим, вот наша церковь. Здесь можно поставить такую печку, но не хватает еды. Хорошо. Так, а как посмотреть, сколько у нас... А, еды у нас один. То есть еды надо много. У нас очень много медицины. У нас маловато патронов и практически нет кирпичей. Так, хорошо, это мы не можем. И это мы не можем. Отлично. Здесь мы сделать ничего не можем. Радиокомната. Здесь мы можем предложить убежище выжившим. Спросить насчет запасов еды, нам скажут. Это будет стоить 20 влияния. Спросить о том... Так, мы спросим насчет... Давайте еды, потому что еды у нас мало, а потом уже будем обустраиваться. Я думаю, это будет нормально. Хорошо. Лили нам скажет, я думаю. Теперь, так, ну, кухню мы знаем. Это у нас медзона. В медзоне мы можем сделать апгрейд. Для этого нам нужно 25 непонятно чего. Но как бы там ни было, у нас этого все равно пока нет. Материал это, судя по всему. Сюда можно что-то построить еще, но это опять же нужны кирпичи. Хорошо. Так, и тут мы можем прокачать. Во-первых, ее. И сюда можно будет поставить... Так, это мы можем сделать, кстати говоря. Сюда мы поставим человека со снайперской винтовкой, поэтому он будет дальше отстреливать их. Хорошо. Маленько занялись этим. Теперь... Нам нужно узнать, где же здесь, в этом городе, можно поживиться. Так, ну сначала мы поедем все-таки сюда, а потом нам в процессе скажут, где здесь есть стройматериалы. Здесь, на этом месте, я напомню, какой-то армейский пункт сбора и непонятное, то ли выжившие там, то ли что, но на связь по рации не отвечают. Поэтому давайте выдвигаться, посмотрим. Так, подожди, кстати, насчет глушителя. Мы же глушитель получили, но он у нас не ставился на револьвер. Возможно, поставится на нашу пушку. Это будет просто великолепно. Ой, я свою дверь сейчас сломаю. Круто! Блин, обожаю эту игру. Абсолютно не подумал бы, что эта игра сначала оттолкнет меня, а потом... Потом реально начнет нравиться. Так, похоже, что поставилось. Ну-ка. Что-то как-то... Блин, тут стекло отсыпало. Господи, из меня самый лучший выживальщик в мире. Подожди, получается... Я ее attach сделал. К чему она приоттачилась в итоге? Явно не к моей винтовке. Значит, к чему-то там в инвентаре. Да хрен знает, честно говоря. Я просто не понимаю. Не поймешь, потом разберемся. Видимо, нам нужно обычный пистолет найти, не револьвер и либо винтовку какую-то малокалиберную. Но это все будет, видимо, потом. Хорошо, машина моя в довольно плачевном состоянии. Играем, кстати, за девушку, потому что наш герой устал. I'm on the move. Duly noted. Надо будет. Пикап, который стоит... Блин, слишком резко поворачивает. Пикап, который стоит у выхода. Надо будет в него пересесть. Или не надо. Лучше ну его нафиг. Так, там еще орда зомби. Так, машине, я чувствую, сейчас совсем шандес настанет. Еду становится хуже, ему нужен доктор.
Надеюсь, там у военных найдем. Вот это вот идеальная машина. Просто ей бы короче еще быть. Но даже в таком виде она просто замечательная. Сюрприз! Хорошо, это у нас что такое? Вот здесь, кстати, по-моему, можно найти стройматериалы. Поэтому давайте-ка мы почистим сейчас. Вот от тебя, допустим. Тут внутри там есть, надо потише себя вести. Так, хорошо, Майя, не подведи. Заднего зайдем, так лучше будет, блин. Ну, Япона, мать, чё ж ты? Я ж сейчас стану, он меня заметит. Да господи, чё за бред? Когда ж тебя отполирует-то игра? Какое-то обновление, кстати, выходило в службе Xbox Live, насколько я понял. Тихо. Тихо. Так, здесь тоже можно сделать аутпост. Пока что мне это не сильно нужно. Это что вообще такое было? Мне показалось, что это какой-то магазин стройматериалов. Блин, там идут, ты посмотри, в каком количестве. Ломится, мать вашу. Они внутри. Блин, вот сейчас бы мне напарник не помешал. Я имею в виду не компьютерный тупарь, а живой напарник. Hey, come here. Да блин, что ты шумишь? Здесь на одной кнопке висит «Позвать зомби» и «Обыскать». Вот так вот, когда я делаю потише, это не так слышны им, эти звуки. Когда я делаю это по-быстрому, с кнопкой «Левый бампер», да, ты не такой хороший боец, как наш герой. С тобой надо быть более аккуратным. Блин, а мы же и медицину не взяли. Боже, мать. Hey. Да ты запаришь уже. Так, это что? Еда, отлично. Так, один я возьму с собой. Рюкзак. Один я прошу взять. Ребят. Сначала надо от зомби очистить, говорит. Ну, это нормально. Блин, еще идут. А ты что за хрень? Тихо. Нет, кто-то еще идет. Дверь, спасибо, что не мешаешь мне. Идешь, нет? Вот свет же. Да, блин, сейчас только полезешь. На мать.
Все, окей. Блин, тут много всего. Еды. С едой нам повезло. У меня все до сих пор. У меня вопрос, почему я не могу... О, 6 коктейлей Молотова. Почему я не могу в машину затолкать часть припасов? Это бы сильно мне помогло. Это было очень громко. Так, я предлагаю... Ой, 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 валим, валим. Да твою мать, что ж ты стреваешь-то в персонажах? Сейчас мы с ними разберемся по-своему. Давайте, ребятки. Ну чё? Выходи. Это, по-моему, более безопасно будет. Блин, надо поспешать. Так, нам пометили, где еда. Но мы сами неплохо уже нашли. Подожди, а что, если рюкзак скинуть в машину? Да офигеть, во сколько. Я так чувствую, что чем дольше я тут буду тусовать, тем больше их будет. Особенно, если я буду сигналить постоянно. Так, не, ребят, я просто не справляюсь. Без медицины это будет самоубийство. Поэтому давайте мы сгрузим все, возьмем с собой какого-нибудь напарника и потом уже двинем. Там еще много чего есть. Дела на самом деле не важны. Так, хорошо. Фу, опасненько. Так, мне по-прежнему совет построить зону сна. Но у меня нет, нечем пока построить. Хотя один надо взять, я думаю. Так, это что? Гуарона снимает пенальти к вашей максимальной стамине. Ну, видимо, они бывают. Ладно, пока, нет, пока вроде нормально все. Так, хорошо, 24 патрона. В принципе, хватает. Теперь медицина. То есть я могу по рации вызвать в любой момент. Отлично. Так, давайте разберемся теперь, как нам взять с собой, скажем, вот тебя. Ты у нас с пистолетом. Или вот тебя. Отсюда вроде не возьмешь из этого меню. Где она, говорит, построить зону сна? Ну, не знаю. Вот тут есть только. Это 5 кирпичей надо будет. Так, хорошо, еды уже 9. Давайте смотреть, как нам взять персонажа. Все-таки я думаю, что это как-то можно сделать. То есть, когда я говорю с персонажем, должно появляться меню, в котором можно сказать, что, мол, пойдем со мной. Stay strong out there. Но, как видите, меню не появляется. Видимо, эти персонажи недоступны нам в таком качестве. Ну и ладно. Шут бы с ними. Блин, быстрее бы день уже. Маркус. То есть можно звать с собой только тех персонажей, которые... Понятно. Которые... За которых можешь играть.
Так, что там, кстати, у Маркуса у нас? Маркус отдохнул, нет? Маркус отдохнул, отлично. What's up? Все хорошо. А у нее пусть эти припасы так и остаются. В принципе, это меня устраивает. Все, Маркус. Маркус — это безопасность. Маркус умеет драться, мы его неплохо прокачали. Пойдемте закончим с тем магазинчиком и будем двигаться к Лаена. Не факт, что сегодня доберемся, но постараемся. Винтовку девушке, конечно, понравилось. Фары лучше потушить. Лили? I really hope you're at the radio, sis, cause, ты какого-то Джейкоба проблемы. Jacob? Where have you been? Джейкоб, где ты был? Я пыталась с тобой давно уже связаться. Извини, я был занят. Что происходит? Я плохо упал с крыши. Сам до дома не доберусь. Никто меня не подвезет. Если кто-то рядом будет. Спасите, говорит, моего брата. Так, ты где? Ну, погнали по-быстрому, нам по пути. С крыши упал, окей. Ты там чё как? Ты зомби? Блин, вас в темноте хрен поймешь. Да свали ты, мать твою! Япона, мать, сколько у вас! Короче, ребята, чё-то мне это совсем всё не нравится. Били меня, чуть не сожрали, к чертовой матери. А вы говорите, легкая игра. Говорите, не бойтесь зомби. Конечно. Так, братюня, ты бы меня очень выручил, если бы подошел ко мне сам. Так, вторую сразу не принимает. Надо учесть на будущее. Спускайся там, эл. Капец. Этот магёт, это умеет. Так, хорошо, где ты там? В туалете, что ли, сидишь? Это открытое сообщение всем выжившим тумбам в Вале. Маршал Мюнисипал Кортхаус – безопасное место. У нас есть еда, убежище. Если вы будете подчиняться законам и вольетесь в сообщество, присоединяйтесь к нам. Интересно. Так, ты идешь? Раз уж мы тут и раз уж мы сейчас все равно будем возвращаться, давайте все обыщем тут. Что у нас тут может быть? С этой стороны ничего, с той стороны я тоже думаю, не особо будет. А вот посерединке там что-то, я думаю, да и есть. Парняга, я не понял, пойдет со мной, нет? Блин, там орда зомби идет. Скотина. Что ж все так не кстати? Давай быстрее, пока я недалеко еще. Так, лопата. Офигеть теперь. Уже подходит. Блин, жутковато становится, реально. Хорошо, что тут? Пора уходить уже. We've got this place locked down.
Так, хорошо. Патроны. Отлично. Это винтовочные, что ли? 50-й калибр, офигеть. Так, ну что-то я еще не обыскал. Что и где, пока непонятно. Орда в другую сторону ушла вроде. Где еще тут что-то есть? Мне показывают, что здесь по-прежнему что-то имеется. Вон ресурсы, видите? Может, здесь мусорки. Ой, да хрен знает. Что от меня требуется вот сейчас? Я тебя спас. Мне нужно, чтобы ты пошел к машине. Как мне с тобой это сделать? Может, просто машину подвести? Скоро, кстати, рассвет будет, по-моему. Шумим. Машину раздеребанили мне, сволочи. И как я к тебе подъеду? Или он тут так и останется, я не знаю. Там зомби еще подходит. Так, ты не идешь, да? Окей, твои проблемы. Хорошо, все, сейчас сгрузим домой. И, в принципе... Так, это точка обзора. Да, в принципе, у нас не так много там, поэтому давайте поехали, наверное. Вот сюда. Я вот не пойму, вот это место я сделал своеобразным аутпостом. И как мне сделать, чтобы его можно было улучшать? Потому что... Ой. Как мне сделать? То есть я вижу в улучшениях только свой основной дом. Вот этот вот большой. Так, это можно ловушки поставить. Тоже прикольно. Пусть будет. О, кто-то уже нарвался, походу. Так, хорошо. А, вот же, брат Лили, понятно. А я думал, это просто выживший, короче. Насколько, говорит, все плохо? Очень плохо. Так, погнали тогда. У меня там дела. Полный швах, как я посмотрю. Интересно, напрямки проеду, нет? Скорее всего, машину сломаю просто. Там орда идет. Да, блин, сейчас меня заметят. Нормально. Так, где ты там? Блин, он на ранчо каком-то. Давай быстрее, пока его там не сожрали. Там целая орда подходит. Yeah.
Нормально. Справимся, братюня, не бойся. Давай только быстрее. Кого они там жрут? А, не трогать. Все, отбились. Фух, спасли. Джейкоб, пойдем. Давай ты, тебя и твоего друга отсюда вытащим. Да не, все в порядке. Его в церковь отвези. А мне нужно к своим братьям эти ш... I'm not ashamed to be seen with you. It ain't about shame. You know what Job would do if he called us together. Your brother's an asshole. He's still my brother. Он своего брата боится. Боится, что тот заметит, что он уходил. Этот говорит, что твой брат, говорит, засранец. You get yourself home safe. Don't do anything stupid, okay? Не делай ничего глупого. Hey, I'm young, quick, and I got a big ass wrench. What could go wrong? Here, take these. Будь, говорит, поаккуратнее. Он говорит, да я молодой, говорит, быстрый. И у меня, говорит, вон какой, смотри, ключ разводной. Со мной все будет в порядке. Так, это нам пригодится. Я что хочу попробовать? Я хочу это попробовать, положить в машину. Наверняка нельзя. Никак нельзя. Так, хорошо, что еще тут есть? Здесь, кстати, стройматериалы, я думаю, можно найти. О, вот это то, что нужно. Патронов, правда, маловато, но мне хватит. Еще бы я, конечно, предпочел, чтобы оружие, которое на нас надето, отображалось на персонаже. А не только вот в такие моменты. Так, окей. Тут что? Медицина или что? Ну, хорошо. Мина, понятно. Круто. Что-то здесь еще двигается, говорит. Что-то ходит. Так, заберите, пожалуйста. Лопата, ну и нафиг. Хотя возьмем. В принципе, нормально. Здесь все тихо. Так. Машина скорее мертва, чем жива. Погнали. Плоховато тебе, персонаж. Я думаю, ты справишься. Так, ну что, давайте на этом закончим, наверное. Там Орда подходит. Но в целом эта серия была довольно насыщенной, и мне очень понравилось. Надеюсь, понравилось и вам. В следующей серии, возможно, мы все-таки доберемся до армейских этих непонятных палаток или что там такое находится. Но по-любому это будет интересно. Вообще интересные локации здесь. И город, городишко такой замшелый, и город побольше, и вот фермы такие в духе The Walking Dead. То есть все как надо. Сеттинг самый, на мой взгляд, правильный. Потому что Черноруссия уже, честно говоря, поднадоела. А здесь такой американский колорит, что-то эдакое. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.